В Архангельске строится мост через полноводную красавицу Северную Двину. Опытным, мужественным людям доверили строительство этого замечательного инженерного сооружения, которое отныне свяжет оба берега реки. Верхолазы-монтажники. Там, где свободно парят чайки, трудятся люди этой героической профессии. И бригадир мостостроителей, ленинградец Николай Иванович Алексеев, уверен в своих ребятах. Да и не один Алексеев здесь из Ленинграда. В городе на Неве был разработан проект этого гигантского моста длиною более километра с подъемным пролетом для прохода океанских судов. Строительство моста в разгаре. В бурные весенние паводки, зимой в лютый мороз и пронизывающий ветер мостостроители не прекращали работ. Через год по мосту, высоко взметнувшему над рекой свои ажурные пролеты, пойдут поезда, автомашины, пешеходы, и уже станут не нужны паромы, эстакады, будут не страшны паводки и ледоходы. Новый мост украсит город на берегу Белого моря.